Закончился первый этап строительства, реконструкции склада аммиачной селитры на нашем товарном участке номер 5. Смонтированы, значит, дорожная строительная плита на третьем и на четвертом участке нашего склада. Основной подрядчик – это наши коллеги Мирнинского управления автомобильных дорог. Там большое им спасибо за проделанную работу, за часть той работы. Да, потому что на следующий год нам предстоит ровно то же самое на другом участке. Уложено две площадки дорожно-строительной плитой по 646 штук. Это большой объем по завозке инертных материалов, скального грунта, выравнивание площадки до проектных отметок, укладка геотекстиля. Тоже там у нас были разные вопросы согласования дополнительного водоотведения на этом участке. Селитр к нам поступает также активно. И как раз вот по последний объем отгрузки от заводов-поставщиков идет у нас второй декадой сентября месяца. Ну вот к 1 октября, я думаю, что к 10 числам мы положим весь планированный объем по навигации, это порядка 40 с лишним тысяч тонн, на склад. И тем самым улучшим условия хранения в первую очередь. У нас порядка 38 с лишним тысяч тонн проектная емкость склада. Это вот эти основные 4 площадки. Надеюсь, что на следующий год мы также планово приступим к участку номер 1 и к номер 2, к продолжению монтажа дорожно-строительной плиты.